полицию Ленинского района Владивостока обратилась консультант салона сотовой связи, сообщив о грабеже. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Установлено, что в салоне сотовой связи консультант разговаривала с клиентом, когда в торговый зал вошел мужчина. Воспользовавшись удобным моментом, открыто похитил мобильный телефон и скрылся. Причиненный ущерб составил 60 тысяч рублей. Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции номер 1 Управления МВД России по городу Владивостоку проведены оперативно-розыскные мероприятия. Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался 35-летний неоднократно судимый житель города Владивостока. Ориентировку незамедлительно передали наружным нарядам полиции. Вскоре подозреваемый был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отдел внутренних дел, где признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным статьей 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это грабеж. Фигуранту могут назначить наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет. Расследование уголовного дела продолжается. Олег Завьялов, новости на 8.